Анонс и дата выхода второго сезона нового сериала «Тайна Марии». В конце сентября 2019 года телеканал «Украина» представил новый мелодраматический сериал от режиссера Николая Михайлова. Первый сезон состоит из 8 серий, который заинтересовал многих зрителей. Внимание к проекту привлек отличный актерский состав и увлекательная сюжетная линия проекта. Главные роли в сериале сыграли такие актеры, как Мария Куликова, Анна Кошмал и Валерий Николаев. Если создатели сериала «Тайна Марии» примут решение о продлении проекта на второй сезон, то возможная дата выхода 9 серии может быть запланирована на осень 2020 года. Следите за нашими обновлениями и первыми сможете узнать о дальнейшей судьбе любимого телепроекта. Напомним, главная героиня сериала – женщина Мария, которая скрывает всю свою жизнь одну боль. Почти 20 лет назад ее муж, находясь в тюрьме, отказался от Марии. Это он сделал для того, чтобы ее защитить. После этого женщина от отчаяния заводит новые отношения. После этого страстного романа у героини родилась дочь от возлюбленного Михаила. Так как мужчина был женат, то с Марией создать семью было невозможно. Так как в законном браке у него детей не будет, а мужчина хочет сохранить свою нынешнюю семью, Михаил совершает преступление. Мужчина крадет у Марии дочку, которую выдает за свою, вместе с законной женой. В один миг Мария теряет все – любимого мужчину и маленькую дочь. Спустя много лет мать сможет найти свою дочь, ей откроется множество страшных тайн. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.